Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Петр Тарасович Мальцев, советский российский художник-живописец, народный художник СССР, автор произведений на военно-исторические сюжеты, создатель диорам. Петр Мальцев родился 4 декабря 1907 года в Мариуполе. Учился в Запорожской художественной школе. Затем в Москве у Кузнецова, Поворского, Бруни и Чернышова. Во время войны служил художником отдела культпросвет работы Северного флота, майор административной службы. Я пользуюсь Википедией. Член студии военных художников имени Грекова с 1949 года участвовал в восстановлении панорамы Рубо «Бородинская битва». Член Союза художников СССР. С 1928 года участник художественных выставок, участник Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями, в том числе орденом Красной Звезды, двумя орденами Знак Почета, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией в Великой Отечественной войне и так далее. Во время Великой Отечественной войны исполнил большое количество военных плакатов, посвященных героической борьбе наших солдат, морских пехотинцев, моряков и летчиков военно-морской авиации над фашистскими захватчиками. Плакаты художника Мальцева сложны композиционно и по своему решению близки больше батальным полотнам. Они отличаются панорамными видами, ювелирной проработкой деталей и тщательностью исполнения. В 1960 году удостоен диплома первой степени и золотой медали Академии художеств СССР за создание диорамы «Штурм Сапун-горы» 1959 год. В 1968 удостоен золотой медали имени Грекова за участие в воссоздании панорамы «Рубо-Бородинская битва», лауреат государственной премии РСФСР имени Репина за диораму «Военно-воздушный десант под Вязьмой» в 1942 году. В 1982 награжден почетной медалью Советского фонда мира за участие в создании панорамы «Сталинградская битва». Живописные и графические работы Петра Мальцева находятся в крупнейших музеях России, музеях стран бывшей СССР, российских и зарубежных частных коллекций. Умер Петр Мальцев 5 октября 1993 года в Москве, похоронен на Троекуровском кладбище. Ну вот так вкратце о советском российском художнике-живописце, народном художнике СССР, авторе произведений на военно-исторические сюжеты, создателе диорам Петре Тарасовиче Мальцеве. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.